нашем канале. Мой компьютер в последнее время испытывает хорошие нагрузки и от этого греется. И я решил приобрести охлаждающую подставку. Остановился на компании Hewlett. Модель вы можете увидеть в названии ролика. Давайте же заглянем внутрь. У нас в наборе есть сама подставка, упакованная в пакет. Провод для подключения и небольшая документация. Снимаем пакет. О, выглядит неплохо. У меня 13-дюймовый ноутбук, и поэтому мне нужна была небольшая подставка. Толщина этой со сложенными ножками всего 27 мм. Габариты ее длина 15 дюймов или 38 сантиметров и ширина чуть больше 10,5 дюймов, что составляет немного более 26 сантиметров. Производитель пишет, что на ней может уместиться даже 17-дюймовый ноутбук. С левой стороны находятся два USB-порта, в один из которых подключается провод, при помощи которого запитывается подставка, и колесико включения регулировки скорости вентилятора. При включении загораются светодиоды синего цвета, и чем выше скорость вращения вентиляторов, тем ярче светятся диоды. Корпус подставки сделан из пластика, сетка металлическая. Вентиляторы очень тихие, а при помощи регулировки можно и вовсе их сделать практически бесшумными. В нижних углах подставки приклеиваются резиновые упоры, дабы ноутбук не соскользнул. В моей практике, правда, такого не было. Но раз производитель посчитал положить их в комплект, я решил воспользоваться ими. В итоге у нас есть компактная подставка, очень даже тихая. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.